Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем проходить темнейшее подземелье. И в этот раз мы идем с вами на свиного бога. Будем его забаривать. Так, мы идем вот такой бандой. Надеюсь, она потянет убийство этого гада. Я, конечно, хотел на ведьмочку пойти. Но мои ребята, которые обычно, которых я обычно брал на битву с этой заразой, отдыхают сейчас от стресса. Хотя, по идее, они уже должны были вылезти. Но решили в церкви подольше потусить. Поэтому, собственно говоря, они тут и отдыхают. Кстати, тут место у вас есть? Пусть вот эта красавица отдохнет. Так, видите, у меня денег совсем уже как кот наплакал. Надеюсь, сейчас подзаработаю. Так, берем хавчика по максимуму. Запасаемся. Так, несколько лопат. Бинтов. Несколько ключей. Так, на всякий случай. Так, травушек. Ну, вдруг кто-то траванет. И факелы, факелы нам нужны, нужны. Даже вот так с запасом. Ну, вроде всем запаслись, можно отправляться. Да помогут нам боги подземелья в этой неравной битве. Надеюсь, они вернутся все. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Какой хороший у нас предок был. Прям образцовый монстр. Так. Так, ну, традиционно у нас такая карта на этом свином засранце. Так, где же он может быть? Ну, я так подозреваю, что вот в этом углу. Поэтому пойдем вот так вот. Ну, или вот так вот. Там видно будет. Ну, по крайней мере, сейчас пойдем вот в этом направлении. Будет смешно, если он здесь. Но это маловероятно, как я думаю. Так, факелы лишними не бывают. А, ловушка. Так. Входим. Боя нет, зато сработала разведочка. Так. И неплохо так сработало. Чудненько даже сработало. Ну, идем сюда. Лопата у нас все равно есть, поэтому эта преграда для нас не преграда. Пойдем вот этим путем. Так, кто у нас тут с ловушками хорошо разбирается? Вот это вот красава. Так, что у нас здесь? Мусор. Так, эта комната пустая. Окей, движемся. Так, факелы. Ну, хоть в этот раз он вернулся. Что-то ему на ловушечке не везет-то. Так, сюда, сюда травка ж. Травка. Усилились. Чудненько. И тут боя нет. Зато разведка сработала. И я был прав, я был прав. Так, ясно, с какой стороны не пойдешь, все равно нарвешься на битву, прежде чем встретиться с боссом. Поэтому пойдем отсюда. Значит, здесь мы сейчас с вами бафаемся. Так, стресс особо снимать не нужно. Ну, подлечиться разве что вот этому невезучему парню, который вечно наступает. Так, скорость. Так, излечить. Так, дальнобойные навыки.
Все супер, но за скорость срезается. Так, у этого тоже ничего веселого. Так. В этом размере. Замечательно, что у тебя есть. Ну давай, этим. Так, только герой. Против размера в два раза. Так. Метка секрет. Так, вот это вот. Ну, давай. Так, а ты, барышня? Метка сурон крит. Давай это. И это. Ну все. Надеюсь, не будет засады. Окейшки, здоровски, засады не было. Ну, идем бить свина. Чудненько. Ага, вот такая веселая компания нас встретила. Ну что ж, о, клонились засранцы. Ну, слава богу, и наши вроде как верткие ребята. К сожалению, от стресса не увернулся. Печально. Бьем этих засранцев. Они у нас тут кровь любят пускать и криты критовать. Так, минус один. Убираем вот эту скотину. Опять этот засранец. Но слава богу, в этот раз не кританул. Так. Как же так? Я ему меткости сколько накинул. А он мажет, а? Как же так? Ну, слава богу, этот у нас меткий парень. Супер лечение. Лучше бы я нанес урон. Но арбалетчица у нас мощная дама. Так, подхиль. Ну, он хоть сейчас по-божески это сделал. Так. Стресса накинула собака. Ну и умри. Так, давайте снимем негатив. Так. Потом что мы еще с вами сделаем? Ну, откормим этих ребят. Вот так. Так, он откормился полностью? Нет, но больше не может. Так. Ну, еще вот так бафнем. И... Чтоб нам повезло, а? Ну, здорово, тварь. Ну, естественно, меточка. От свина. А, нет, он нас попытался оглушить, скотина. Так, а мы дебафик накинем. Меточку. Так. А вот теперь метка. Так. 29. Окей. 59. Вообще моща. Так. 15. Так, сейчас будет больно. Глушануть попытается, да? Нашего хилера. Но хилер сопротивился. И отхиливает. Не слишком старательно. Так, пометил. Так, метка еще лежит. Бьем. Давай. Ах, не кританула. Так. Так, сопротивись, сопротивись. Не... О-о-о. Кажется, мы этих ребят потеряем все-таки в этой битве. Таки потеряем. Гадство.
Сколько ему осталось? Немного. Так, ладно, пропустим дамаг. То есть не нанесем урон, но подлечимся. Потому что не хочу этих ребят терять. О, метка уже сошла. Блин, не заметил. Лучше метку кинул. Так, сопротивился, молодец. Так, хилим. Метку кто-нибудь другой кинет. Вот он, например. Чудненько. Ну и добивай. Вот так вот. Уцелели, слава богу, наши. Наша банда. Крепкий свин. Возможно, на него тоже метку стоит бы накинуть. Во, хорошо. Умничка. Лечись. Не срослось у тебя. Что ж так мало? Ладно, добиваем эту маленькую мразь. Хотя нет. Подлечимся. Нет, мы еще тут немножко подбродим. Так. Подхилимся. Вот так вот. Так, этот уже объелся. Объелся. Вот так вот. Куда же мы пойдем? А вот сюда мы пойдем. Надеюсь, здесь не коллекционер. Нет, всего лишь культисты. Чудненько. Должны справиться с этими засранцами. Ладно, культиста сейчас используем как лекаря. Пусть отхиливает этих ребят. Вот особенности этого красавца. Так. Ее нафиг. Этого спать отправим. Так, этого срочно надо отхиливать. Но, конечно же, наш отхил отхиливает как бог. Бог отхила, блин. Тогда вот так. Так, убираем кровотечение. Пробуем еще раз глушануть. Получилось. Чунька, ну давай, давай, критани. Ну, хотя бы уже что-то. Ну, этого тоже можно отхилить. Жалко, метка не спадает у него. Готов, красавчик. Чудненько, идем дальше. Так, книгу мы не трогаем. Ну что, в бой? Ну хоть врасплох застал этих свинозавров. Так, обязательно меточку накидываем. Ага.
На обоих метку накидываем. Хилиться потом будем. Так, лупи. Твою маму. Еще я оглушил. Так. Твою. Так. Надо срочно что-то с этим всем безобразием делать, пока нас не завалили. Так, вот. Вот так вот. Ну, зашибись. Ну, по крайней мере, все стало на свои места. Какого? А вот сейчас я и потеряю своих бойцов. Не на боссе, а на этих сраных двух утырках. Так, метки с них спали. Так, хилься. Срочно. Завалит уже свиноматку эту. Так, остается этот засранец. Метку на него кидаем. Так. О. Ну, этот бой мы с вами переживем. Так, надо с дороги этот труп убрать. Достать. Что ж, бьем так. Хилим. Хил от бога, блин. Еще и кровотечение накинул. Ну, вообще здоровски. Так, кровотечение убираем. Негативный перк. Ну ладно, давайте больше не будем рисковать нашими братюнями. Они и так достаточно хорошо повоевали. Но с отхилом у них плохо, поэтому... Что ж, не будем дальше дергать судьбу за яйца. Поэтому свалим. Основную миссию мы с вами выполнили, босса завалили. А остальное не важно. Так, сколько мы тут с вами заработали? Маловато. Всего 13 тысяч. Так, чудненько. Гемофилия. Где ты успела? Громила? Ну да, это ему очень нужно. My obsession caused this great foundness. Да. Так, давайте. Нет. Так, ее лечим от болячек. Ахмеда отправляем стресс снимать. Да, и ты тоже можешь. Да, и тебя можно отправить. Чудненько, что у нас с бравой командой? Что-то вороша застряла. А вы чего, ребятки, стресс-то не сняли? Ну вот дела. Как я этого не заметил, а? Так, что за важу мы тут собрали? Продадим. Деньга нам сейчас очень нужна. Поэтому
всякий шлак. Вот так вот продадим. Так, упорядочили. Что у нас тут предлагают? А тут так, не туда. Что у нас здесь? Так, ага, следующий не появился. Тут надо прокачать, как говорится, локацию, чтоб следующий босс появился. И тут босса нету. Остаются вот эти засранчики. Глубокое подземелье. Не глубокое, но как мне не хочется, блин, в бухту тебя. Надо же боссика накачать. А эти как раз, как назло, не в состоянии, так бы их отправил. Тут как раз для них подземелье есть. Ну да ладно. Так, секунду, я посмотрю, сколько у нас еще осталось времени. Ну, до конца серии. Можем еще попробовать осилить одно подземелье. Так, какое? Ну, не двойное ж. Так, можем сюда пойти. Кем-нибудь из этих ребят. Думаю, не подтянем. Ну, то есть вот, как назло, вот эта дамочка нам нужна. И ее мы взять с собой не можем. Хотя... Хотя... Нет, не можем. Что ж... Придется идти в бухту. Так, эти ребятки не пойдут, я так понимаю. Слишком простенько. Зато у нас есть эти ребята. Так, что у тебя? Ненависть к зверям, быстрое излечение, стойкость. Так, ты у нас что? Угу. Так, а ты? С бухтой у кого ни у кого ничего нет, не связано. Ну, если что, смоемся. Так, у тебя... Так... Угу. Угу. Даже так. Вот такой бригадой мы туда попремся. Так, давайте проверим, все ли у них прокачано. Ну тут вроде все, я ему прокачал здесь. Здесь тоже у них все в порядочке. Так, сюда. Угу. Чудненько. Так. Чудненько. Ну, давайте рискнем. Опять же, хавчика на полный возьмем. Бинт возьмем. Две штуки. Даже три. Так, несколько ключей. Так, хавчик весь, весь хавчик. Так. Ну, одну возьмем святую. Водичку и... Три лопатки, думаю, хватит. А, да. Чуть не забыл. Вручить им. Так. Хотя... Тебе-то как раз понадобится больше вот эта вот меткость. И вот эта вот шкатулочка.
Так, барышня полюбак. Вот эти вот цацки. Так. Уклонение. Так, а тебе что за цацку вручить? Нет, тебе вот эту вот цацку. Так, а тебе что мы в путь дорогу кинем? Вот это вот. Так, шанс на отравление. Пойдет. Ну как-то так. Надеюсь, они выживут. Все. Так, что тут? Так, интересно, это можно снять? Это нельзя снять. Так, карта, конечно, у нас шикарная. Расположение комнат просто божественный. Ладно. И сразу же нас веселые ребятки приветствуют. Просто замечательные ребятки нас приветствуют. Глушим эту тварь. Минус одна тварь. Сопротивляйся, болячка, он уже схлопотал. И оглушение схлопотал. Ну, замечательно. Так, дотянешься? Дотянется, супер. Так. Держи. Стресс. Стресс. Замечательно. Не свезло нам, ребятки, не свезло. Блин, и хиллера ж у нас с собой никакого нет. Так, травим засранца. Так. Добиваем эту скотину. Так, чудненько. Так, глушим. Так, останавливаем кровь. Так, шанс попадания 90%. Вот так будет лучше. Вот. Добивай. Да, без лекаря тут фигово будет. Но первый урон отхилили. Еще одна битва. Так, ловите, подружки. Собака усилила. Так, ловите еще, подруги. Так, и вот так вот. Вот эту скотину надо бы убить, чтобы она не взорвалась. Ну, захват это не страшно, но, конечно, страшно.
Но это не взрыв. Что радует? Так, минус один. Так, давайте вот завалимся уже эту скотину. Пока он не успел напакостить нам. Срежем ему урон. Дамаг его срежем. Так, не будем колупать. Потихонечку. Так, молодцы, вернулись. Вау, крит. Замечательно. Чудненько. Не все вернулись, но ничего. Так, защита спала, убиваем. Умничка, кританула как надо. Так, ну давайте еще раз подхилим. И еще урон срежем. Давайте, девочки, колупайте засранца. И еще подхилим. Собака. Напоследок таки отыгрался, гад. Так, колючек. Этот швак нам, в принципе, и не нужен. Так что можем просто избавиться. Так, разведочка. Чудненько. Так. Хоть вот тут хавчик был. Хавчик, хавчик. Не. Так, кто... У кого шанса больше? Офигительно, у обоев. Э, от стресса избавились. Так. Есть, еще раз сработало. Что там? Бой. Значит, идем до сюда и возвращаемся. В бухте все твари слишком перекачаны. Так, еще. Так, и у этой барышни, но не полностью. Сняли стресс. Теперь вот возвращаемся. Нам же нужно проверить 90% комнат. И вот эта комната будет иметь теми 10%, которые нам не нужны. Так, идем сюда. Так, лопата пригодилась. Так, ага, тут нам нужны... Травки лечебные. Чудненько. И хавчик. Самое главное, хавчик. Так, жрать хочешь? Отъедайся, красавчик. Так. Так. И теперь надо бы, чтобы разведочка сработала. Чудненько. Твою налево. Опять не свезло с бойцами. Так, держи. О, еще и кританула. Молодец, умничка. Так, надо забивать эту скотину. Поэтому кинжальчиками бросаться не будем. Но оглушим эту скотину, чтобы стресс нам не накидало. И будем этих ребят глушить. Ну,
захват это не страшно. Так, держите еще крит. Так. Есть, от трупа избавились, он не взорвался. Это просто чудесно. Просто великолепно, травим. Так, кровотечение это не страшно. Давайте лупанем по нему. Так, траем. Бьем. Колупаем засранца. Есть, заколупали. Осталась только эта тварючка. Чуненько, так, выбрасываем всякие гербы. Пусть это не мало стоит, но все же деньги. Так, хоть бы разведочка сработала, хоть бы разведка сработала. Давай, давай, давай. Сработало. Чуненько. Угу. Ясно. Еще одного боя не избежать. Так. Ну, пусть попробует. Ему полезнее стрессу немножко собрать, скинуть точнее. Так, а тут штуку я... Фу, слава богу. Скользание. Уклонение, ну, неплохо. Чудненько. Так, и все. Вот теперь последний бой. И подземелье пройдено. Я думал, будет без хила, будет труднее здесь проходить. Ну ничего, справились без хила. Чудненько. Блин, опять фамильные ценности, которые нам уже даром не нужны. Вот не продумали, господа разработчики, не продумали. Пуши, вот мы уже к определенному моменту эти все гербы, купчи и бюсты уже даром не нужны, они просто как мусор. Только мешают. Хоть бы какой-то контент высокоуровневый придумали, где нужны эти все штучки. Так, что мы можем? Вот это мы можем сделать. Потом отожраться немножко. Вот так вот. Ну и... В бой. Так. Ловите редкого. Кританула моя красавица. Варочка. Так, клонились. Молодцы. Так, надгребли. Срезал я ему урон, по крайней мере. Одной этой рыбине. Так, держите. Вот, снесли твари. Чудненько. Остался бронированный и вот этот вот засранец, но мы его застанем. Великолепно. Вот же ж, я так и знал. Ну да ладно. Давайте колупать этого бронированного засранца. Так, интересно, отравить его можно? Не. Ну и ладно. Попробуем ему все же снять урон. Так, минус 29 меткостей. Точнее, 8 меткостей. 29 урона. Ну, неплохо, неплохо. Ну вот он ему сейчас добавит урона. Противовес нашему дебафу.
проходить там. Ну а молодец. Ну, мы ничего, мы увеличим наше проклятие. Всего три. Жалкие потуги. Бесполезные рыбины. Ничего, хорошо идем. Хорошо идем. Так. Держи. А, не попадешь по нашим вертким девочкам. Не попадешь. А вот они попадут. Так, держи. Докучите. Так, держите совместно ударчик. Вот и все. Подземелье пройдено. Так, сколько мы заработали? Кроме 4500 десюлек. Замечательно. Так, ну естественно, все тут где-то успели болячек нахопать. Окей. Ну, впрочем, я доволен их ним походом. Так. Сначала болячки с ним, потом всякие негативные качества. Так, кто еще с нами был? Так, а еще ты была у нас. Так, ну ты ничего не хапанула. Ни болячки, ни негативного качества. Блин, это все еще там торчит. Да, и Ахмед что-то завис в церкви. Так. Что у нас тут теперь как выглядит? Так, босс тут еще не проявился. Тут еще один можно поход устроить, но у меня пока... Они, эти ребятки в ауте. По крайней мере, один, не, все три. Так что сюда уже точно никому не пойти. Ого. Фамильная ручка. Серьезная штука. Но тут двойной. Лабиринт это... Не факт, что мои выживут там. Так, ну и эта штучка неплохая, можно и за ней сгонять. Но это, скорее всего, произойдет за кадром или в следующей серии. А пока что на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписались на канал и не вступили в группу ВКонтакте. Спасибо, что смотрели. С вами был Синтаид. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Увидимся за битвой со следующим боссом. Адьос, мучачос.